Детская поликлиника в Южном примет первых маленьких пациентов уже в ближайшее время. Сейчас идут завершающие работы по подготовке к открытию нового медицинского учреждения. Родители и дети с нетерпением ждут, когда двери поликлиники откроются. Визуально новая детская поликлиника в Южном уже готова. Благоустройство прилегающей территории полностью завершено. Ремонт внутри здания закончен. Кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, но коридоры еще пустые. Пациентов и врачей пока нет. До открытия поликлиники остались считанные недели. Осталось лишь провести бумажную работу. Сейчас ведется подготовка исполнительной документации для ввода в эксплуатацию детской поликлиники номер 2. Завершается сборка и пусконаладочные работы цифрового рентгеновского аппарата. Планируется, что уже в начале зимы поликлиника, что называется, заживет. Это не может не радовать родителей, да и самих малышей, которые здесь будут главными действующими лицами. Мы очень рады, что нам наконец-то ее построили, потому что эта поликлиника маленькая, постоянно очереди, постоянно все коридоры забиты, не пройти. И, конечно, для такого огромного района нужна новая поликлиника, потому что детей много, и чтобы и специалистов, конечно, побольше, и больше кабинетов было. Тоже разных специалистов. Безусловно, количество и кабинетов, и медиков увеличится в разы. Медицинский персонал, старшие, средние, младшие звенья в учреждении вырастут с 53 до 168 человек. Число кабинетов участковых педиатров с 3 до 14. Значительно расширится и перечень медицинских услуг. Поликлиника будет работать в 2 смены по 200 посещений каждая. Большая просторная поликлиника. Конечно, маленькое помещение, душное. Внешне привлекательное. Хочется скорее сходить, посмотреть, что там будет. В новом здании создана инфраструктура для приема пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Оно обустроено двумя пассажирскими и грузовыми лифтами, системами пожарной безопасности и видеонаблюдения. Накануне губернатор Горудыни посетил строящийся объект в рамках инспекционной поездки по Твери. Нас очень сильно радует, что будущие руководители поликлиники в Южном, принимающие участие в процессе строительства, активно принимают участие в процессах строительства. И надеемся, что в декабре, в начале, так сказать, декабря, мы сможем уже эти объекты открыть, и они уже будут доступны для наших маленьких жителей. Хотел бы, наверное, отдельно поблагодарить правительство Российской Федерации, президент, который нам оказывает материальную поддержку для того, чтобы мы реализовывали эти проекты. Открытие поликлиники станет шагом к достижению одной из ключевых целей национального проекта здравоохранения – совершенствования медицинской помощи детям в Тверской области.